лодка прошла испытание, двухдневный сплав с двумя здоровыми мужиками, которые ловили рыбу, сидя в этой лодочке. Ну, там их было много лодочек. Ну вот они плыли именно на этой. Все выдержало, ничего не поцарапалось, не порвалось. Весла, говорят, удобные, уключенные, удобные. Все отлично. То есть это непредвзятый взгляд тех людей, кто вот именно на спиннинг ловит рыбу с лодки. Но какой тут нюанс обнаружился. Вот эта вот лента, которая идет по борту, типа на случай удара там о берег, я не знаю, о ветки, она настолько плохим клеем приклеена, что она просто от жары начала отклеиваться. И полметра отклеилась с одной стороны. Я сейчас взял рукой, сушил лодку, взял рукой, стал дальше дергать, и все. То есть даже следов клея практически не видно нигде. То есть настолько слабый клей, что вообще не приклеил эту ленту. Вот сколько у нее песка набилось. То есть есть дефект. Вот такой вот этот дефект. А так, ну прикольно, вот ручка для переноски есть спереди. О чем я в прошлый раз не сказал. Ручка переноски есть сзади. И вот на эти вот крепления можно подвесить еще моторчик. Так лодка удобная, вдвоем с вещами, сказали, вообще шикарно, можно и стоять в ней, и рыбу ловить.